Популяризация бокса и здорового образа жизни – главная цель турнира с громким названием «Возвращение чемпионов». В нем приняли участие как российские, так и иностранные спортсмены. Подробности в сюжете Александра Титова. 18 боксеров в разной весовой категории и разного уровня подготовки приехали в Тамбов для участия в турнире, главная цель которого – показать фанатам бокса и тем, кто только начинает спортивную карьеру, каких высот можно добиться на ринге. Не гран-при, это просто турнир, составленный из нескольких боев. Рейтинговые бои, боксеры набирают рейтинг. И вот титульный бой, тут можно выиграть пояс чемпиона, интернационального чемпиона. Сразиться в ринге приехали боксеры из Средней Азии и даже один боец из Камеруна. Хедлайнером всего турнира стал Артур Осипов. Черную молнию ждали как фанаты, так и организаторы. В этот раз Артур не соревновался за титул. Он готовится к чемпионскому бою в декабре, поэтому выступил в схватке за рейтинг. Из положенных 6 раундов провел всего 3. Этого хватило, чтобы одержать победу. Любая победа на первой секунде или в последней секунде последнего раунда, она в принципе равна. Поэтому я рад, что мы сделали хорошую работу. Записали свой актив, еще один бой, победу соответственно. Поэтому немножко есть маленькое такое опустошение в душе, что не 6 раундов прошел. Но что есть, то есть. Я этому рад. Финальным аккордом стал бой за титул интернационального чемпиона. Пояс победителя достался Архану Гаджиеву из Курска. Боксер пообещал повесить пояс на грудь отцу в день его рождения. И теперь обещание исполнится. Александр Титов, Олег Рожков, Валентин Толстых, Александр Щеднов. Область новостей.